Казанский федеральный университет 24 января отметил свой профессиональный праздник. Торжественный концерт по случаю празднования Всероссийского дня студенчества прошел в концертном зале Уникса. В этом году концерт прошел на день раньше, а все празднование носило японский колорит в честь объявленного в 2018 году года Японии в России. Традиционно на самую крупную студенческую сцену вышел Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, чтобы поздравить всех студентов, а также людей, которые работают в университете. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, дорогие наши студенты, уважаемые наши гости, милые Татьяны. Прежде всего, я всех вас хочу поздравить с этим замечательным днем. Вот у каждой профессии есть свои профессиональные праздники. У человека есть дни рождения. Это семейные и профессиональные праздники. Но у нас, студентов, и у тех, кто работает в университете, есть еще один замечательный праздник. Это День российского студенчества. Однако День студенчества в России традиционно отмечают 25 января. Ильшат Гафуров объяснил, почему впервые за долгие годы празднование было перенесено на день раньше. Перенос праздника связан с открытием форума «Вместе вперед», который посвящен Татьяниному дню. Форум собрал на своей площадке студентов со всего Татарстана. На форуме Казанский федеральный университет представляло сразу 900 студентов. А поздравлять всех участников приехал президент России Владимир Путин. Такое количество студентов из Казанского федерального университета вполне естественно, ведь это не только самый крупный вуз Татарстана, но и кузница молодых талантов. Олег Кашин, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.